Вітаю! В ефірі телеканалу «Репортер студія». З вами Крістіна Черновалова. І сьогодні говоримо про підготовку для літа. Все, що треба знати про правильне харчування, водний баланс, нам сьогодні розповість професор. Доктор медичних наук, лікар спортивної медицини та ЛФК вищої категорії Ольга Юшковська. Вітаю вас у нас в студії. Добрий вечір. Отож, перше питання. Літо хоч і затрималося, але все ж таки прийшло. Які є правила основні харчування саме в літній сезон? Хороший вопрос, интересный вопрос, потому что, конечно же, лето несет целый ряд бенефитов, но в то же самое время ставит некоторые ограничения. Почему? Потому что, хоть мы, конечно, и замечаем, что с температурой что-то не так, за бортом как-то непривычно, вот, но, тем не менее, лето – это температурные рекорды, это жара. Во время жары продукты портятся очень быстро. Поэтому, прежде всего, ставя во главу угла здоровья, мы должны помнить о том, что все то, что появляется на нашей тарелке летом, обязательно должно быть свежим. Оно не должно подвергаться длительному хранению, потому что именно на летний период приходится пик всевозможных энтеровирусных заболеваний. Избегайте всего того, что хранилось больше, чем несколько часов без холодильника. Речь идет о готовых продуктах, о полуфабрикатах, о колбасах, о всевозможной выпечке. Все это способно очень быстро портиться. И если оно испортилось само, оно испортит вам жизнь, возможно, на несколько дней. Это пункт очень важный, о котором стоит помнить, что все то, что вы едите летом, должно быть чрезмерно свежим, свежеприготовленным, еще желательно приготовленным именно вами, а непонятно кем, это сложно. Второе, мы понимаем, что лето – это сезон фруктов и овощей. Мы ждали его долго, и вот оно настало. Почему мы так любим лето? Потому что есть возможность вкушать местные продукты, local food – лучшее, что может подарить нам наша украинская земля. «Слану до столу» – гласит слоган одного из производителей, не помню, там кетчупа или что-то еще. Но смысл состоит в этом, в том, что только что сорвано. Буквально сегодня дышало, росло и наслаждалось солнцем. Это растение несет максимальную пользу, чем то, что хранилось долго, чем то, что было сорвано зеленым и транспортировалась на крыльях авиалайнеров и где-то морем к нам доставлялась с помощью суден. Поэтому то, что мы имеем сейчас, этим надо пользоваться. И было бы очень глупо не воспользоваться такой возможностью. Поэтому да, рынки, привоз, новый рынок, все то, что нам предлагает возможность от потребителя напрямую, конечно, да, этим стоит воспользоваться. Правило номер три. Надо знать правильное, скажем так, количество тех фруктов и овощей, которые должны быть в рационе. Почему? Потому что есть одно такое глубокое заблуждение. Это глубокое заблуждение заключается в том, что фрукты и овощи полезны в любых количествах, а вот и нет. А вот и нет, потому что все есть яд и все есть лекарства, зависит от дозы, и фрукты тоже. Я думаю, об этом мы обязательно сегодня поговорим, полезны или нет фрукты. Помните о воде, потому что когда жарко, то мы теряем влагу. Теряем очень быстро, и поэтому обезвоживание вкупе с нагрузкой тепловой, повышенной температурой, может привести к нежелательным последствиям. Об этом нужно помнить, особенно тем, кто страдает сердечно-сосудистой патологией, у кого есть повышенное артериальное давление, заболевание почек, например, ну и целый ряд других проблем. Ну и пятерочку я бы завершила правилом относительно пребывания на солнце. Конечно же, всем нам хочется туда, к морю, там, где бронзовый загар и освежающий бриз. Но хорошо бы помнить о том, что существуют золотые часы загара, когда загар – это польза, когда загар – это витамин D, когда загар – это приятный оттенок кожи. И помнить о том, что фотостарение – обратная сторона медали, о том, что существуют тепловые удары, о том, что существует целый ряд вегетативных сосудистых проблем, возникающих под влиянием солнца. Ну, особенно лицам метеочувствительным стоит помнить о том, что активность солнечная, особенно в летнее время, наиболее высокая.
Давайте повернемось до питання дози, правильної дози фруктів. Яка це доза для людей, як її можна правильно розрахувати, можливо, є якась формула? Есть рекомендации Всемирной организации здравоохранения. Они чрезмерно простые. Не менее 400 грамм фруктов и овощей в день. Это прям здорово, было бы хорошо. Но давайте теперь разделим фрукты и овощи. Почему? Потому что фрукты, особенно сладкие фрукты, это источник сахара, фруктозы, фруктовый сахар. И этот фруктовый сахар крайне коварная вещь, как оказалось. Очень многие думают, что от ведерка другого клубники вообще ничего не произойдет. Ни с вашей талией, ни с уровнем инсулина и сахара в крови. Отнюдь. Фруктовый сахар повышает уровень инсулина гораздо выше, чем глюкоза. Поэтому количество ягод, фруктов, оно должно быть дозировано. Наши одесские порции клубники, они чрезвычайно большие. Ограничившись 300 грамм клубники в день, это вполне достаточно. Сколько это визуально? Визуально это столько, сколько помещается в двух ваших ладошках. Да, разделите это на два утренних приема пищи, на завтрак небольшую горсточку и по окончании обеда. И все будет хорошо. Но если вы решите полакомиться арбузиком, клубничкой, абрикосами на ночь, то эти фрукты сыграют однозначно против вас. Потому что повышение инсулина в крови вечером неизбежно приведет к лишним делениям на ваших напольных весах утром. И логика тут такова, что инсулин – это гормон, который выделяется в ответ на поступление фруктозы в кровь. Это гормон, который полностью вычеркивает такую замечательную функцию, как липолиз, сжигание жиров. Ночью должен происходить сжигание жиров, как запасов энергии. Если вы на ночь съедаете продукты, богатые с фруктозой, ничего подобного с вами не произойдет. Наоборот, все будет запасаться и накапливаться. И тогда утреннее отражение в зеркале и цифры на весах сильно попортят вам настроение. А як щодо фруктових, овочевих дієт? Це таке популярне явище влітку. Я знаю, що не можна сидіти на таких дієтах більше 2-3 діб. Чи це так? І розкажіть детальніше більше взагалі про дієти і як треба слідувати продовж дієти. Вообще, дієта в ізначальному розумінні цього слова – це спосіб життя. Диета – это не кратковременная акция на двое-трое суток или на неделю. Если мы говорим о сутках, о двое-трое, речь идет, конечно, о разгрузочных днях, как экстренной мере, ну, например, сутки на зеленых пупырчатых огурчиках. Поддерживаю. Разгрузочный день поддерживается всеми диетологами для лечения очень-очень многих заболеваний. Работает очень хорошо, выводит лишнюю жидкость, помогает организму очиститься, успокоиться, вы почувствуете ту желаемую легкость, которая вам нужна. Килограмм, 200 зеленых пупырчатых огурчиков. И будет замечательный эффект. Сутки, ровно один день, плюс большое количество воды. Но если вы решите сидеть на таких огурцах неделю, это однозначно плохая идея. Потому что основа правильного питания – это сбалансированное питание. Питание, в котором есть не только углеводы, а очень ими богатые огурцы. Да, углеводы, клетчатка, вода структурированная, все хорошо. Но в огурцах нет белка и в огурцах нет жиров. А без этого, ну, никак мы не можем существовать. Поэтому ведь важно не просто избавиться от веса. Важно избавиться от лишнего жира, но не потерять при этом мышцы, не потерять при этом самое главное, это же белковые структуры, мышечные структуры. Я всегда говорю, что давать энергию за счет мышечной ткани – это то же самое, что топить камин 100-долларовыми купюрами. Вот примерно так по стоимости получается. Поэтому если вы хотите использовать овощи и фрукты таким образом, чтобы они принесли вам максимальную пользу, включайте их оптимально, импрегнируйте в рацион питания. Ведь чем полезны фрукты, чем полезны ягоды? Да? Есть такой волшебный термин, он называется фитонутриенты. Это суперполезные вещества, которые содержатся именно
в зелени, в овощах, ягодах и фруктах. Ведь каждый фрукт, каждая ягодка, каждый овощ, он окрашен. Вы обращали внимание? Морковка, она обычно оранжевая или желтая, огурец зеленый, а клубника красная, а черная смородина, она и на то и черная смородина, потому что она черная. Так вот, вот эти все замечательные цвета придают как раз вот эти вот вещества, мы их называем общим названием фитонутриенты. По сути, это различные биофлавоноиды, к которым относятся, ну, наверное, вы слышали, томаты, это ликопин, да. А огурцы зеленым цветом и зелень окрашена благодаря лютеину. Ну, самый известный пример, чтобы сейчас одесситам не было скучно, это морковь и ее каротин. Да? То есть каждое из этих веществ, оно обладает определенным эффектом. Поэтому летом я рекомендую делать такую вот радугу на тарелке. Постарайтесь собрать из овощей, благо это несложно сейчас. Вот это самое, каждый охотник желает знать, где сидит фазан. И если вам это удастся, считайте, что это ваша тарелочка, в которой есть абсолютно все фитонутриенты. Но не забудьте добавить в эту тарелку белок. Прекрасный источник белка – рыба. И не надо гнаться за какой-то заморской, удивительной, там, никому неизвестной рыбой с непонятным названием. Сейчас, к счастью, привоз изобилует нашими местными сортами рыб, и те же бички, да, и барабулька, и ставритка, в общем-то, камбала, глоська, все-все-все есть. Поэтому you are welcome. Рыба на нашем столе, пожалуйста, она должна быть обязательно. Бескровные морские гады, всевозможные креветки, да, к счастью. Ну, те, кто рассчитывает на большее количество денег, крабы, кальмары и подобное. Рапаны, пожалуйста, почему нет? Это прекрасный источник белка, который существует в нашем одесском рационе. И осталось все это приправить маслечком растительным. Хотя, расстрою некоторых телезрителей, лучше, в общем-то, не подсолнечным. Оливковое. И даже не оливковое, не угадали. Нас ведь интересует, что в масле, помимо цвета, красоты и названия. Нас в масле интересуют полезные жиры, самые полезные, которые нам нужны. Это омега-3 полиненасыщенные кислоты. И, к сожалению, оливковое масло балластно, пустно по омега-3 полиненасыщенным жирным кислотам. Из тех, что могу порекомендовать, которые существуют, опять же, наш local food, льняное масло, колоссальнейший по своему составу, прямо кладезь полиненасыщенных жирных кислот. И, может быть, не обязательно гнаться за красной рыбкой. Она, так скажем, альтернативе вот, растительному маслу. Да, оно немного проигрывает красной рыбке, но, тем не менее, значительно дешевле и доступнее. Що робити, якщо влітку, так би мовити, знижується апетит у людей? І чи можна, наприклад, пропустити обід? Я думаю, що такий вопрос, що робити, якщо знижується апетит, це якийсь такий странний вопрос для наших одесситів, тому що апетит у всіх тримається стабільно. Знижуватися може все, що угодно, на відсутствие апетиту ніхто не жалується. Але оскільки вопрос поступив, відповідаю обов'язково. Звісно, во время жари більше хочеться пити, ніж їсти. Це нормально, да? Тому що таким образом організм захищається від перегрівання. Але... Кстати, очень часто в средиземноморских странах, да, есть такое обычай, вот в Италии, в Испании, в Греции, поздних ужинов, супер поздних ужинов. Я часто наблюдала, как это у них получается, да, вот в течение целого дня жарко, люди фактически едят очень мало, много пьют, а затем с заходом солнца, когда спадает жара, это уже в 9, в 10 вечера, накрываются столы и начинается обильное застолье. С точки зрения врача, конечно же, я очень не поддерживаю, да, эту технологию. Почему? Потому что, безусловно, такие поздние приемы пищи – это, ну, испытание на самом деле для ферментных систем, испытание даже в том контексте соотношения инсулина и липолиза, о котором я уже говорила. Да. На самом деле, если вы чего и хотите пропустить, то лучше пропустить ужин. Знаете, есть такая поговорка – завтрак съешь сам, обед раздели с другом, а ужин отдай врагу. Вот это уж точно будет супер полезно. Ну,
Если хотите сильно пропустить обед, главное, чтобы не получилось так, что после пропущенного обеда, вернувшись домой, вы съели все то, что было не приколочено. Здесь надо помнить, вот дело в том, что голод – это не просто, скажем так, чувство, да? Это сложная биохимическая реакция. Она запускается в ответ на определенное соотношение гормонов. Да? Есть два гормона, которые регулируют наше пищевое поведение. Они называются лептин и грелин. Лептин от слова лептос, тонкий, это гормон стройности, гормон насыщения. Грелин от слова growth, рост, это гормон желания есть, нашего голода. Лептин вырабатывается жировой тканью, грелин – желудком. Так вот, для того, чтобы нам не захлебнуться от нашего грелина, накопленного к вечеру, все же рекомендую большую часть пищи принимать в первой половине дня. И даже в жару. Як щодо водного балансу, як розрахувати правильну формулу, правильну дозу води для себе в день? Вода чрезвычайно важна, да, особенно в жаркое время, потому что очень большое количество воды мы теряем с потом, во-первых, с потом, а во-вторых, с испарением через кожу. Да, мы даже иногда не ощущаем, как много мы теряем, защищаясь от жаркого воздуха и, конечно же, перегреваясь на солнце. Вообще, классическая формула, которой пользуются все врачи мира вне сезона, она говорит о том, что нужно 30 мл умножить на килограмм оптимального веса. Если есть избыточный вес, формула несколько иная. Ну, представьте себе, человек весит 70 килограмм, умножаем на 30, получаем 2 литра 100 миллилитров. Такая формула рассчитана на наш организм, когда нет избыточного потоотделения. Совершенно четко, не менее 2 литров воды необходимо выпивать в течение дня, потому что потери чрезвычайные с водой, с потом и другими жидкостями, с мочой, в том числе и с калом и так далее. Поэтому пополнять запасы воды нужно. И, конечно же, пополнять их лучше водой, а не сладким компотом, холодным пивом или булькающим, бродящим квасом. Вообще, вот эти газированные напитки, да, это штука опасная. Они возбуждают аппетит, не говоря уже о сладких газированных напитках, ну, про вред которых не знает разве школьник. Потому что всем известно, что это не очень хорошая альтернатива. Чистая, обычная вода, не газированная. Вот напиток дня, который должен быть с нами все эти 3 месяца. Чи не шкідливо, чи небезпечно пити занадто багато води в день? Чим це може так остатися? Ну, конечно же, избыток воды так же неприятен, как и недостаток, да, потому что вообще в хорошо работающем организме все то, что вошло, оно, в принципе, должно выйти, да, то есть если все хорошо, оно выйдет. Если же у нас есть вопросы, связанные с работой почек, с работой сердечно-сосудистой системы, если есть склонность к отекам, то чрезвычайное количество воды, оно может быть опасным. Повышением артериального давления, да, видимыми отеками, организму сложнее будет в жару. Но мы говорим о том, что редко человек перепивает обычную воду. Ну, а вообще хороший такой рецепт – это научиться слушать свое тело. Очень часто мы путаем, да, жажду и голод. И организм-то просит стаканчик водички, а мы идем и съедаем там котлетку или сладкое. Потому что центры голода и центры насыщения в головном мозге расположены, ну, прям совсем-совсем рядом. И на самом деле хочется пить. Попробуйте. Если уже очень хочется котлетку, выпейте стакан воды. Возможно, все вопросы решатся уже на этом этапе. Поэтому ощущение того, хочется вам пить, или хочется вам есть, или хочется вам спать, хочется вам пирожное или человеческого тепла и заботы, это уже такая большая серьезная тема о том, как научиться слушать собственное тело, как понимать его сигналы, как распознавать истинные желания. Ваші топ-5 порад, як від лікаря, як провести літо? Літо треба провести з удовольствием, щоб не було потім мучительно больно
за бесцельно проведенные месяцы. Я помню свои ощущения от лета в школьные годы, когда впереди школьные каникулы, и кажется, о, лето – это маленькая жизнь. Мы, к сожалению, став взрослыми, утрачиваем это ощущение про то, что лето – это маленькая жизнь. И хочется, конечно же, успеть все и сразу. Хочется, конечно, получить максимальное количество впечатлений. Как врач я понимаю, что очень бы хотелось предостеречь от того, чтобы нанести себе какой-нибудь вред касательно, мы упомянули, энтеровирусные инфекции, солнечные ожоги и подобные эти вещи. То есть, в принципе, люди взрослые понимают, что этого делать не надо. Конечно же, хочется, чтобы организм получил ту дозу тепла и солнца, которая есть, потому что то, что мы сможем получить летом от солнечных лучей, да, тот же самый витамин D, который является и гормоном, и витамином, который дает нам иммунитет, который дает нам стройность, который дает нам массу других важных бенефитов, мы должны получить от солнца. Поэтому плохая привычка, там, знаете, говорят, истинные одесситы на море не ходят, надо пойти. Хотя бы один раз. Надо пойти убедиться, что там все по-прежнему хорошо. Поэтому это шутки, но море должно быть в нашей жизни, как в нашей жизни должно быть и солнце, и море. Безусловно, фрукты, да. Безусловно, мы должны помнить о том, что существуют овощи. И овощные миксы, овощные салаты, овощные смузи – вот здоровая альтернатива питанию. Конечно же, надо получить максимальное количество впечатлений, это важно. И, безусловно, я бы не хотела походить на школьную учительницу и рассказать, что нужно прочитать летом. Но я бы хотела сказать, что нужно получить максимальное количество позитивных эмоций. Ведь именно солнечные лучи вызывают у нас, они стимулируют выработку гормонов радости. Ведь почему нам тоскливо и грустно осенью в период холодов и длинных осенних вечеров? Осенняя депрессия впереди. И для того, чтобы где-то там 30 августа мы не грустили, вот и лето прошло, словно и не бывало, я предлагаю распланировать все то, что надо успеть этим летом уже сейчас. И несмотря на то, что лето нас не балует погодой, это по-прежнему лето. Дякую вам велике, що завітали до нашої студії. Я нагадаю, сьогодні до нашої студії прийшла чарівна професор, доктор медичних наук, лікар спортивної медицини та ЛФК вищої категорії Ольга Юшковська. Ми говорили про підготовку до літа, про правильне харчування, про водний баланс. Мене звати Крістіна Чернавалова. До нових ефірів та гарного вам вечора.